Сегодня мы делаем кремовые цветы. Здесь у меня уже готовый крем. Крем этот у меня есть на канале, который белковый, заварной для цветов. Очень-очень классный. Мы его накрыли мокрым полотенцем. Это тоже там в ролике есть. Белые миски, пленка пищевая. Мы сегодня будем делать цветы, тюльпаны. Красители. И попробуем сделать вот такой тюльпан. Мы его уже делали, но попробуем еще раз. Ну, а может потом еще крем останется, мы попробуем еще насадки другие. Купила, не знаю, что за насадки. Можно будет попробовать. Их целая куча. Вот такая куча. Так как торт мы будем украшать именно красный бархат, то я хочу сделать тюльпаны, наверное, с красными прожилками. Сразу заготовлю крем, покрашу для лепестков. Сначала заготавливаем зеленый. У меня три цвета зеленого. И я не жалею, потому что зеленый всегда нужен нескольких оттенков. Так, сейчас мы вот. Ну, конечно, если у вас нет много цветов зеленых, берите, какие есть. В зеленый обычно я добавляю не только зеленый. Нужно немножко желтого обязательно. И салатный. И зелень должна быть естественная, не ядреный цвет, конечно, который какой-нибудь. Я уже добавила немножечко желтого, точнее, не немножечко, а достаточно немножечко. И еще нужно какой-нибудь еще зеленый. Я добавила еще зеленый, другой оттенок. Чтобы зелень смотрелась более естественно, можно краситель просто несколько раз перемешать и оставить его с полосками. И будут такие прожилки естественные, как у листочков. Так, насадка листочек у нас для тюльпанов. Вот такая. Мы одеваем пакет, берем кисточку, делаем прожилки в пакете зеленым красителем темным. Это дополнит эффект настоящего листа. Пем вот там внутри не сох. Мы можем ложить и носики закрывать мокрым полотенцем. Добавил розовый. Теперь мы добавляем немного желтого. Желтый всегда дает естественность. И также телесного цвета крем. Добавила немного красного. Тоже я не хочу его размешивать до конца. Точно так же, как и желтый. Это добавит тоже естественности. Желтого еще хочу добавить. Полоски получаются. Будет три цвета у тюльпана. Сейчас я добавила натуральный бежевый и розовый. Тоже я сильно домешивать не буду. Пусть остается вот так. Серединка тюльпана будет салатная. Желтый и зеленый добавляем. Ну, сейчас посмотрим, что не сильно салатная. Какой-то не сильно яркий. Надо поярче. Желтого добавить нужно. Это больше для листьев тогда подойдет. Еще не испробовала свои цвета. Нормально. Ну и теперь самое интересное. Мы берем на пленку, красим кисточкой. Краску можно немножечко развести водой. Делаем полоски. Можно сделать полоски двух цветов, смотря какой эффект вы хотите. Ну, в общем, первый слой крема. Самое долгое это замешивать цветы. Крем, точнее, для цветов. Красить. Не стала делать слишком мелкий. Во-первых, это очень много красителя. Пусть будет немножко понежнее.
последний цвет наш зеленый. Это внутренняя часть тюльпана. И так вот чуть-чуть делать полосочки. Цветы все у нас покрашены неоднородно в природе, поэтому мы тоже пытаемся это повторить. Теперь заворачиваем колбаску. Для этой насадки у нас нету переходника. Обрезаем один край нашей колбаски и вставляем в пакет. Какая насадка, я попробую. Ну, это типа розы. Ну, это и есть роза, видимо. Только вот надо было намазать немножко дно кремом. Потому что оно почему-то остается. Когда мало очень крема остается, уже может не получаться. Ну, поняла я. Это розочка типа такой. Розы. Ну, что у нас остался крем? Вот эту насадку попробую. Единственное, что если у вас крем начал засахариваться уже в кастрюле, то может выбиваться и мешать. Ну, астры похуже чем-то. Какие-то такие мохнатые. Интересный. Вот эта насадка, я сомневаюсь, что нормально будет, конечно, попробую. Странно. Да. Слишком мелкая она. Что она сплющивается. Не подходит. Насадка. Ну и попробуем еще вот эту.
прикольная. Такая остренькими этими. На гортензию похоже. Чем-то. Можно сделать поострее. Вот так.